Итак, друзья, город Санкт-Петербург, Васильевский остров, ЖК «Я романтик», 11 этаж, дверь стальная, о двух замках, коридорчик небольшой, но вполне себе просторный, шкафчик с зеркалом Икея, справа вешалка, роутер, картины, прямо по ходу движения комната в 15 метров, свет работает, штанга для вещей, кровать двуспалка, на стене панно, справа шкаф Икея, раздвижные стенки, вешалочки. Кровать двуспалка, картина будет повешена, прикроватные тумбы, точечные светильники. Выходим на выложенной плиткой лоджию. Здесь можно посидеть. Сейчас у нас 12:30, солнце светит. Соответственно, вечером здесь солнца не будет. Летом здесь будут ходить корабли и давать гудки. Напоминать о том, что Петербург – это столица, морская столица, как и завещал Петр I. Это автостоянка. Там у нас вход в магазин. Тут пятерочка под нами на первом этаже. Над нами ресторан. Он, правда, вегетарианский. Но хорош, хорош. Я вам могу сказать, видовой, прямо видовой. Итак, обзорный вид от окна. Комната, я напоминаю, 15 метров. Ой, 18, сори. 18 метров. А вот кухня 15. Тоже она такая большая, просторная. Напор воды. Нормально. Холодильник работает. Полочки. Посудомойка есть. Диван раскладывается легким движением. Вот за эти ручки, хоп, понеслась. Так, вид из окна такой же. Вид от окна. 15 метров, напоминаю, просторная. Стол, три стула. И санузел. 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 Стиральная машина. Напор воды. Напор воды. Сушилка. Вешалочки такие прикольные. Yo, welcome in Saint Petersburg. Come on, everybody! Обзор даем квартиры. Напоминаю, кухня 15 метров, комната 18 метров. You are welcome in St. Petersburg. Come on, everybody.